Постоянный участник акции Николай Колмогоров свой выбор сделал давно. Он один из тех, кто совмещает здоровый образ жизни и творчество. Уже третий год его главное увлечение – фотография. В продолжении акции он решил сделать фоторепортаж о ее итогах. Акция была интересная, познавательная и довольно-таки правильная, чтобы люди, дети, подростки знали о вреде наркотиков и о том, что лучше так не делать, чтобы не губили свою жизнь. Активисты молодежного центра «21 век» говорят, что они никого не заставляют. Их задача – помочь сделать выбор. А для этого в арсенале специалистов – консультации медиков и наглядная демонстрация, к чему могут привести пагубные пристрастия. Они сказали, что полдоза экстази и будет весело. Они солгали. Узнайте правду о наркотиках. Сотрудник наркологического кабинета Светлана Виноградова принимает участие в акции не в первый раз. С людьми из категории риска ей приходится сталкиваться на работе каждый день. У большей части этих людей, которые приходят к нам, завышена самооценка. Несмотря на то, что они в таком состоянии находятся, в состоянии отчаяния, боли какой-то, или же наоборот, ненависти к жизни, оценка себя у них явно завышена. Акция «Верное направление» продлится до конца года. За это время специалисты молодежного клуба намерены побывать во всех сельских населенных пунктах.